Всем здравствуйте, привет! Всех приветствую у себя на канале. Меня зовут Инна. Мы с вами находимся в Тамбовской области. Подстилку вот подкинула немножко, кормушки набила опять. Соль принесла вот два вида, вот розовую рядом. Черная там висит. Это да, здесь тоже не было отверстий. Я хотела показать еще какую. Елки-палки. Только сейчас открыла. Вот это. Не знаю, как они будут кушать, потому что вот это они не едят. Это вот деньги на ветер. Вот это розовое. Сейчас, секунду. В перчатках неудобно. Сейчас. Вот это. Вот. Так, это. И черная вот активированный уголь. Вот там висит у меня. Вот. Буду я наблюдать. Ну, а вот эту больше брать не буду. По запаху я понюхала вот эту. И вот эту. Это разные соли. Ну, слава богу. Значит, есть шанс, что будут кушать. Вот так. Деньги бывают и на ветер, как говорится, а не в пользу. Что, Марусечка? Что? Подожди. Дай заберу. Ну, я дала сольку. Ешь, пробуй. Давай. Нормально пойдет? Потом со временем сделаю такой, типа, лоток такой, что вся соль была в доступе, как говорится, друг возле дружки. Малыши, как всегда, сейчас первые пойдут пробовать конфетки. Ну чего? Ладно, иду я, мне воды надо еще принести. Мамочке еще сходить туда, в родзал. Это я подстилку вот насыпала. Я сыплю, ну, возле стенки так получается, да? Для малышни именно. И они сейчас подъедают все, подъедают. Из кормушек вытаскиваю то, что они не доедают. Палки вот эти всякие. Ну, не прыгай на нее! Места ему мало. Что они не доедают в кормушках, я вытаскиваю, на подстилку кидаю эти палочки, да, ну, такое, свежее опять туда. Но опять же, ту кормушку, которую я показывала из сетки, это, я думаю, намного удобнее, намного лучше, чем вот так. Вот так. Кто-то мне был, писал, надо свое показывать, короче, в видео, а не чужое. Я что хочу, то и показываю на своем канале. Я хочу показать фермеров России, людей, тружеников, которые работают. И я хочу это показать, и я это буду показывать. Я не буду смотреть на то, что мне там пишут или что мне говорят. Мне это, если честно, фиолетово. Поэтому я таких людей просто блокирую, и все. Покажитесь все. Покажитесь, как вы кушаете. Как вы подросли у меня. Вижу, у австралиечки хвостик купировался сегодня. Вот, смотрите. Видите? Вот так порядок. Чё, бандитка? Ладно, всем пока, а то видео длинное получается. Хорошей недели, здоровья. Всего доброго, пока.